Алиса, включи приставку. Окей, поехали. Давайте посмотрим, какие обновления, какие изменения в обновлении на MiBox 4S появились недавно. Здесь все как обычно, но единственное, мне показалось, что виджеты немножко закруглились. Но это не факт, поэтому оставляем это так, на мое усмотрение. Самое главное, что появилось... Оболочка от Xiaomi Patch Wall. Вот она. То есть, если уйти сюда, мы нажимаем ТВ-каналы и открывается оболочка Patch Wall. То есть, выглядит она вот так. То есть, есть главная страница. Бесплатные фильмы. Можно смотреть. Да. Это в самой оболочке заложено. Также мы можем зайти на вкладку VIP. Подарки и спецпредложения. 2 месяца подписки оптимум за 1 рубль. Но если у вас ОКО есть и вы не подписаны, то вам вот это как раз может подойти. То есть у нас ОКО, допустим, стоит и подписка есть. Ой, что-то вытянул. Сразу посмотрим. Профиль может быть... В своем профиле вы можете управлять разделами. То есть вот эти разделы мы можем передвинуть. Наверное, вот так. Раз эта приставка стоит в детской. Управление аккаунтом. То есть вы должны зайти обязательно под своим аккаунтом Mi. Ну, когда вы первый раз его открываете, то, естественно, он вас об этом попросит. Так, с профилем разобрались. Теперь пройдемся по вкладкам. Вкладка «Дети», которую мы передвинули перед ТВ-каналами. Выглядит все вот так. ТВ-каналы выглядят вот так. Сколько тут получается? 24, 25, 26, 27, 28, 29 каналов. Ну, смотрятся они вот таким образом. Да, открывается приложение 24 ТВ. То есть его тоже необходимо установить. После того, как вы его установите, вы должны зайти под своим либо сотовым телефоном, но я под номером телефона входил. Есть такая функция сделать скриншот.
выход из приложения. Так, с каналами разобрались. Могут быть не только 24 ТВ, но и Винг, Мегаго, Мегафон ТВ. Это именно по ТВ-каналам. Вкладка фильма выглядит так. Вкладка сериалы. То есть вот у нас, допустим, Кинопоиск на приставке стоит, то здесь уже можно сразу смотреть. Если Кинопоиска не стоит, то будет стоять установить. Сама, ну ладно, принимаю. Да, и мы сейчас находимся как раз в самом приложении Кинопоиск. Отсюда мы можем смотреть. Если у вас есть подписка там, Яндекс Плюс или как она называется. Вкладка «Спорт» выглядит вот таким образом. То есть здесь есть каналы. Здесь есть новости. Если кого-то это интересует, вы можете этим пользоваться. Ну, я так понимаю, скорее всего, там задействован Кинопоиск и еще какие-то другие сервисы. Последняя вкладка развлечения. Видите, да? То есть на приставке Иви не установлено. В первую очередь Patchwall предлагает установить Иви. Ну и зависит от того, на что вы нажмете. То есть, допустим, установить ОКО. Смотреть через Кинопоиск. Кинопоиск стоит. А вот это я вот не пойму, что это такое. Срок действия истек. Ну-ка. Предоставлено Рутуб. Понятно. Ну, короче, вот такие косяки бывают. Обязательно расскажите свое впечатление, как вам Patchwall на Mi Box S. В общем-то, он не мешает, если туда не заходить, но, по крайней мере, можно им пользоваться. Можно по умолчанию поставить как детский режим, и ребенок меньше будет иметь возможности. У меня дочери 5 лет, и она с удовольствием пользуется Mi Box S сама. Так, это что тут? Предоставлена Иви. А Иви у нас не стоит. Как же это будет? Разрешить. Принять. Угу. То есть получается, они потоковое видео используют. Ну и естественно, как обычно, реклама. Для того, чтобы это было бесплатно. Я не вижу кнопку «Прекратить рекламу». А, да, как правило, реклама не одна, а две или три. Ну, минимум две. Три. Четыре.
Да, пожалуйста. То есть ИВИ не установлено, но, по крайней мере, потоковое видео показывает. Ну что ж, это неплохо. Я просто, у меня нет оплаченного ИВИ, поэтому я не пользуюсь. И таким образом мы можем смотреть какие-то программы. Так, это мы выйдем в настройки Wi-Fi. Это режим. Ну, в общем-то, все. То есть по патчволу мы также можем искать в поиске. То есть, пожалуйста, либо... Так, голосом я не вижу, чтобы можно было набирать. Как-то так. Если нажать на кнопку назад, мы выходим отсюда. Само приложение ТВ-24, ну, в общем-то, мне нравится. То есть недавно ТВ-24 было установлено на Sberbox Top в виде стартапа. По-моему, это было очень круто. Вот так он выглядит. Здесь много каналов. Ну, это уже совсем другая тема. То есть, мне интересно ваше мнение. Как вам такая обновочка на Mi Box S? Mi Box 4S, которому уже, дай бог, 5 лет. У нас приложения стоят вот такие. Если у вас есть какие-то вопросы по этим приложениям, спрашивайте. Я обязательно расскажу. На этом все. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. На этом все.